Знак. Поставил. Думай. Когда телепортируешься только в Ариандель, типа тут нет еще этого снега, а потом появляется. Понял? Я не понял. Чё, ну, прикинь, реально. Я не понял про что. Пожалуйста, объясни. Объясни, пожалуйста. And now my people say на 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 на. Чё объяснить? Что за, а если телепортируешься в Риандель, снега нет, только потом появляется чего? Ну, все, я все, все в словах. Тут есть постоянный снег, блядь, летает. Пш-пш-пш. Ну, но ну. Если когда ты сюда телепортируешься из другой локации, то тут его нету. И он только после некоторого времени, типа, появляется как эффект. Вот сейчас у меня его нет, и вот появился. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну ты теперь более уебан, чем до этого. Почему я уебан? Это же ты уебан. У меня им такое, а ты по жизни. Обид. В каждой правде есть доля правды. Ой, блядь. Так, пошли нахуй сюда, ладно. Ну, нахуй я не пойду, а просто отсюда я выйду. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, а я Никита, ля-ля-ля, Никита, ля-ля-ля, Никита, ля-ля-ля, Никита, ля. Чё? Я только сейчас понял, что ты очень громкий и делаешь мне больно. Это наоборот хорошо. Так, пошли отсюда. О. Ай, Никита, ля-ля-ля, Никита, ля-ля-ля, Никита, 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 ля-ля. В переходе на английский язык понял, что вот этот чувак около храма огня, ас, типа, который сложный там, ну. Он это, ас это не имя, а типа ас-мастер. Да. То есть я думал, почему не назвали шмотки аса, ой, точнее, шмотки мастера, а не аса, дебилизм. Я думал, что ты... не круто. Oh, yeah. Мои души вот за той стеной, за второй. And all my people say la 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 la. Где там? Вот. Чилю тут в тепле, братья. Ой. Чуть-чуть жизни не хватило. Привет. Упс. Вот он меня так же убил. Я пытался парировать. О, ты видел, что сейчас было? Нет. Он сейчас сделал резкий разворот, он начал на меня замахиваться, на тебя вот. Ау, чей. Ой, пришел второй молодой. Молодой, чего? Молодой. Ой, этот жив еще. А ебать, этот жив еще. Хуепутли, блять. Чё не лечится персонаж-то, блядь? Я умер. Не же. Не попала по мне собака. Я, блядь, нажал перец лечиться, я понял, что такое, а пойду подрачу, блядь. Вау. Чё, ты был там 30 километров же? Нет. Чё, дурак, что ли? Быстрее! Нет, чем эта хуйня, босс, ну? Он хоть и мощнее, чем вот этот. Ну выглядит как уеба. А ты там все взял? Да. Окей, бумер. У нас не будет домогать. Там я тоже был. Тогда и сюда. Ну, этот лучник нас здесь не тронет, правильно? Ну. Отлично. Бля, здесь деревья эти уебанские. Заебись. Ой, волчара. Я. Позор. Не а, вот сейчас он ёбнется. Зара нема. А он захилился, сука. Я говорю. Ебать, ребята прибежали с маленько. Ебать, ребят много, действительно. Иди сюда, я тут теплоту поставил. А, ой, бля. Ух, как тепло. Как хорошо. Сука, волчара, блядь. А когда я его второй раз встречу? Ты уже просрал возможность его убить. Да?
Да, ну раз то он, раз он после первого восстановился уже. Блять, я и не знал, что. Он должен был 3 раза подряд типа встречаться, и ты должен 3 раза подряд его пиздить. Ну сейчас, ну за 3 раз мы его отпиздим. Вряд ли. Мы на него как раз 3 раза и должны были. Он исчезает, когда ты ему сколько-то урон наносишь, а не просто прикол. Не, мы успеем его отпиздить. Иди сюда. Тепло. Что это такое? Это парирование. Парирование? Да. Видишь, вот это парирование не может поворачиваться назад, а парирование у рапира может, смотри. Типа сзади можно парировать? Ну я не знаю, может, конечно, так и можно, но типа, видишь, оно может поворачиваться. А у сабли не может. Может, у них там фреймы пиздец разные, ну и хуй его знает. Ля-ля-ля-ля. Что ты сказал, что нужно быть аккуратнее, пиздить его за эти, нахуй, так вот. Ну? Че? Я же не знал, что его нужно отпиздить как можно быстрее. Его нужно за 3 попытки отпиздить. А чё ты не сказал ты это? А чё, ты бы выжил? Конечно. Нет. Ничего бы не изменил. Предсказал бы, я был бы аккуратнее, я бы знал, что у меня впереди пёс, я бы не отдыхал по страху. Я сам этого не знал вообще. А там чё? Я пойду проверю. Я не помню, что здесь. Это хуйня живая, она что? Это хуйня живая, она что? Вон следующий хуйня живой, 100%. Привет. Отпиздили. Нет, нет. Нет, только ой, 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 какой мороз жесткий, бля. А когда ты с морозом ходишь, то всем похуй на этот мороз. Там один раз. Этот, сработает и все. Да. Он называется баланс. Называется пиздец. О, жучки, паучки. Злая собака. Ледяное оружие. Сверху, да? Да. А, это в этот. Это в начало. Да. Здесь врачок лежит. А тут хуйня огоньками вонючими кидается. Смешно было, когда ты от огоньков умирал. Ага. Я вроде что-то говорил. Ты что, застрял или что-то такое? А, нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, он так он делает. Помнишь? Да. Эх, а я нет. Теперь я помню. О, я умер. Чему она не уязвима? Потому что захват. Пиздец, Влад. Я тебя поздравляю, нахуй. Ты официально долбоёб. Ты видел это? Нет. Понял. И что делать, нахуй? Мне что, возвращаться? Да. Фрагмент этого меча. Да. Он не бесконечный, между прочим. Дурак. Оставься. Чего я бы не ой. Мерцавок мало у меня, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Стоник, не призывай, понял? Хочу двойные катаны прокачать, буду сейчас ходить дрочить. Ну, в смысле драться. Как ты их прокачаешь, если ты сейчас улетишь нахуй? Почему? Вот. В плане, блять, зачем ты знак поставил и пошел качаться, что ли, или чё? Ты дебил? Хочу прокачать её катаны и поставил знак. И чё, блять? Я поставил знак, но я, типа, потом решил прокачаться пойти. Понял. Бля, осколков нет, пиздец. А, у нее же продаю. А, нужно в пик пойти, блядь, точно. Чтобы бесконечно она продавала обломки, надо пойти в пик. Может, в пик пойдем сейчас? Ну, блядь, ну го. Нихуя мне уровни надо на этот, блядь. Ебать. Архидракона? Да.
Окей. Ты помнишь, как надо? Это через жест, я помню. Это надо... А где? Ну, это катакомбы. Да. Там железная дверь. Ой, подземелье летило, да, костер? Да. А потом я не помню, куда. Там, раньше спрыгнуть надо с ступа, мимо хуйни, которая тебя пиздит. А, нет, это... Нет, ты должен пойти вперед, а потом пойти... Налево. Не, налево там тупик. Чёрт. Пойду вперед. Не, по-моему, надо пойти вперед, перейти мост и налево. А чё мне сейчас тебя ждать около... Нет, пока... надо тебе идти в пик с мамой. Понял. Так, перейти мост и налево. Налево. Я перешел мост и налево, и здесь тупик. Не, вниз. А, вниз. Железная дверь есть? Там есть какая-то недостатка большая, жирная железная дверь. А, все, понял. Ага. И лифт тут. Вот-вот. I have big black dick. Бывает. Понимаю. О, можно на New Game сможем кольца на плюс получить, типа плюс один там. У меня есть кольцо железной защиты на плюс три. Пизнёшь? Нет. Не, Кит. А, блядь. Ну, смотри, короче, с помощью читов можно это настраивать спецудар у оружия. И, короче, можно сделать такие спецудары, которого ни одного оружия в игре нет. Например, есть индекс определенный у этого, у парирования. Блять, я эту хуйню не открыл, сука. А, индекс определенного парирования 90, короче. То есть ты берешь любой щит, да, даже у которого там владение оружием или чем-то таким, ставишь ему 90, и он как бы парировать начинает. Mm-hmm. И также с любым оружием. То есть, например, кинжал, который не парирующий, можешь сделать парирующим. Также вот у одноручки ни у одной нету парирования, но если прописать вот этот индекс, то будет такая специальная анимация, которая ни одной его, ни одного оружия нет. Она плохо проработана, типа. Она кривая, но она есть. Типа парирует. Прикольно. И еще. Но у двойных катан. Ой, блядь, сейчас убью, наверное. У двойных катан есть анимация, довольно хорошо проработанная, типа, с парированием. Типа двумя клинками персонаж это. Как бы соединяет их вместе и разъединяет, типа, как бы отражая атаку. То есть, короче, в игре могла бы быть такая, наверное, анимация, но ее не сделали. Прикольно. Блин, пик архидракон тоже красивая локация. Небо такое четкое, прикольно. Yeah. А здесь виверну же можно убить одного удара, насколько я знаю. Ну, типа... А, эту да, можно. Ее так и надо, ее в другом не убьешь. А, да? Ну, ее можно, конечно, это, пиздить эти... молнии, типа, но там слишком у меня жизни много. То есть... Я не очень понимаю, зачем такой босс сделан, типа, зачем делать босс ваншот вообще. Самое такое. А можно, он с любого, она с любого оружия ваншотает? Да. Пиздец. А если я с луком на нее прыгну? Это не оружие. Угу. Если сломанный меч возьму, он тоже ваншотает? Да. Хуя, ну. Даже если сломать оружие, вроде как, должно и сработать. Оружие сломано, носит там 4 урона, ну, короче, очень мало. Но вроде все равно должно сработать. Я думал, что это будет один из самых сложных боссов перед безымянным, это будет какая-то. Mm-hmm, так и есть. Босс-побегунчик. Еще здесь можно... Какой-то чувак здесь есть тоже, который хочет собрать все камни дракона. Ага. И типа...
скажет... который сидит в этом, в храме огня. В самом начале. А, точно. Который дает красный опыт. Или, а нет, который расслабился, сдался, который говорит. Да. Расслабился. Чилит. Чё? 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 Ты, да, красивая локация. Чида. Нет. Чида. Чида. Чеда. Чида. Некет. Тебе вопрос. Как называется большая катана? Очень большая. Слушай, не шест. А в реальности? Ну, не, вообще-то это длинная катана. А большие катаны просто в мире как называют? Утигатана. Утигатана — это название катаны. Давай, Ник, ты сможешь. Мега-катана. На букву О начинается. О? Да. Они? Они — это демон. Ну, мало ли. О, Одинчи? Ноу. Одинчи Цедик. А, Цедик. Я с первого раза не разумею, что цедик. То, что я не знаю. Отдайте. 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 Отдайте, пожалуйста. Да? Отдайте ПЖ. Отдайте ПЖ. Я здесь, призови. Я возле костра поставил знак. Блять, я тут открываю огромные ворота, подожди. А ты костер-то активировал? Да. Уверен? Сейчас это верно сразу здесь будет? Угу. Ну я тогда один ее пиздану пулю. Да души. Какой смысл-то? Все равно типа это. А я душу получу. Вот прям встреча какая-то бошки пробью. Да блять. Ебаный малолетний дебил. Ван угромным бургерик брегере. Бургерара. Там просто заходишь на арену направо вроде и поднимаешься как там на единственную лестницу. Налево. Там, нет, там далеко и налево от колокола. Здорово. Здорово. Блин, я хочу поменять персонажа, не быть таким худощавым. Блин. То за Ромчика играть не очень. Да. Не лалбабельно. Не лалбабельно? Да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, только не лавлю. Куда мне, куда? Направо же, нет? Налево. Ты уверен, блядь? Да. Бешено. Бля, ты уверен, что... Ёпта, огонь, наверное. Ты прям уверен, что налево? Да. Ты меня наебешь? Да. Один урона. Давай я, короче, тут ее пиздить буду. Интересно, есть ли какой-нибудь спидран... Не, не спидран, а просто видос, где чувак просто целый день ее пиздит. Есть видос, где ее, короче, можно убить это. Прямо вот отсюда. Короче, тут есть уступчик. Помнишь, я тебе говорил про удар с прыжка, который переходит на удар с высоты? Вот тут, если правильно прыгнуть, короче, с уступ, то можно просто как бы и на голову попасть. Я и... Пиздит. Чё тебя? Мощно, с двумя кинжалами такие ебланы, блядь. Mm-hmm. Бля. Хоть они жесткие, пиздец. Блять, вот, спасибо, помоги. Ты че, реально? Да-да-да. Если я туда сейчас пойду, она пизданет огнем, у тебя еще бы хуже будет. Ладно, я попробую справиться. Так, один отъехал. Блять, че за хуй? Она очень мало урона, кстати, наносит. Типа, она такая огромная, но слабая. Так, все, я отправился. Так, страх. Правда, у нее сплэш дэмэдж огромный.
по этой радиусу. Заебись. А, у Е урон, блять, у нее. Она прям ебашит просто. Я в километре стою, все равно попадает. Так, я тут бегу, я вообще не буду куда я бегу. Блок титанита. Лестница вниз, блять. Мне же не сюда, ты меня наебал, Влад. Блять, некер. Иди нахуй. Это так не работает. А она заразная? Никит, иди нахуй. Никит, а, вот шутки так не работают. Так. Все, понял. Ой, ты мне тварь спрыгнул. Давай драться. И две опять. Это плохо. Так, ладно. Похуй на них, иначе я сейчас до босса просто не доберусь. Знать бы, куда еще бежать, пиздец. А, кажется, я до сих пор не вкупил, блядь, куда нахуй бежать. Ебать, тут в цепи какой-то мудак. Подожди, я тебя не слышу. Я ничего, блядь, не говорил. Пиздец, их тут много, Влад. Куда ты меня завел, пиздец? Это он прикол, ты думал, ты просто... Ёбаный дурак, куда бы завел, блядь, там нихуя нет. Нет, ты думал, ты просто пробежишь и ваншотнишь ее? Да. Там специально сделано так, чтобы ты не мог просто пробежать, типа ты бьешь, дерешься. Ну да, это я с тобой пойду. Нет уж. Че? Ставь знак. Нет, в смысле. Че? На, похуй, пожи с ним. Не вижу смысла, блядь, мозги ебать. Это не босс, а просто куча врагов, ну нахуй мне не нужно, блядь. Ник слишком крутой. Жаж, иди, беги, короче, и направо поверни, посмотришь, куда ты хотел идти. Че? Про их серп говорил, что он ебать какой-то лёгкий. Нет, про лунный. Который дается, находится... При выполнении квеста Розарии. У Розарии есть квест? Да. Некий, ты чё, просто так эту хуйню поставил? Мне казалось, она в тебе. Это при языках, что ли? Языки, когда жертвуешь или чё? Нет. Или ты попутал чё? Короче, ты все правильно делаешь, Розариум убивает тот мужик, который тебе дал вот этот жест. А, и тогда это. А, ты идешь там, где убивал пожирателя богов наверх, и у тебя этот око там трещит. И ты можешь его использовать, короче, и телепортироваться в его мир. Убить его, взять душу. А про что я сейчас говорил? А, ну да, убить его, и лунный серп тебе с ним удастся. И еще ты оживишь Розарию. Розария же и так жива, ты что-то пиздишь. Что-то пиздишь, дядя. Если ты все правильно сделаешь. Типа, надо выполнить квест, там, дать ей сколько-то языков, вступить в ее ковенант, там, что-то поделать. Так, а да, можно что-то сделать в конце игры, блядь? Да. Окей. Огонь. Вот. Короче, это... Здорово, ребята, как жизнь воровская. Это даже лучше сделало. Да, он бы сделал лучше, вот, я бы не отбил, как маленького ребёночка. Ты дальше пробежал или что? Да. Я тебя услышал. Блядь, да как вот у него может только жизни остаться, это ж бред, блядь. Оп. Ой, она до сюда же огнём прыгает, нихуя себе. Я тебя услышал. Блять, никуда опять спустился. Так, ты где, блять? О, меня ебут, где я? А, я тебя услышал. Здесь их тут много, нахуй. Я тебя услышал. Спасибо. Блять, если ты не там, это пиздец. Бля, красивая локация.
Блять, ты не здесь, Владик, чё с хуйня? Да, блять, ебучий урод этот ебаный, нахуй. Тварь, блять. Спамит. О, еще и, блять, эти бата-фантомки. Прикольно. Блять, где ты? Я думал, ты по пути. Я иду как раз по пути. Нахуй исчез куда-то. Я пизжу у Никита. Блять, нихуя он вертится. Нет, меня отпиздил Никит, блять. Бежим, посетим. Спасибо. Я сдох. Блять, Владик, что ты наделал? Чуть никогда эта локация не была такой ёбнутой. На самом-то... Не, все-таки теплота может и мобов лечить. В этом, как его? Эти с кинжалом надо парировать, они слишком спамят. Типа, ты просто парировать нажимаешь, они умирают. Я тогда пойду у себя, пройду дракона. Блять, мне бы знать, куда бежать, это же пиздец какой-то. Там только один путь. Все, что тупик, это не туда. Угу. Понял. То, что тупик, это не туда. Все, что тупик, это не туда. Понял? Да. Неправильно. Understood. Блять. А чё это, то, блять, говноед малолетний, такой ебанутый? Тупик это не туда, это понятно, но дело в том, что ты можешь бежать до этого тупика миллион лет, а потом только понять, что это тупик, блять. Можешь. Это охуенно. Тут еще мини-босс эти ебаные огромные, люди-змеи, блядь. Делать им неху, они в жаре тут сидят. Хуйней страдают, блядь. Ты знал, что эти чуваки, это эксперимент этого? Понтифик, да? Эксперимент этого... Ацейроса по созданию драконов. Нет, не знал. Ну вот, теперь ты помнишь. Немного. Блять, она умеет подниматься, она летать умеет, ёб твою мать. У нее есть крылья. Огонь! У нее мистер дракон какие-то ебала какая-то. Это... А, это же мистер Змеякиси, нахуй, ёб твою, я вспомнил. Ты... Кстати, да. Змеякиси. Похоже. Тупо членораздельно. Тупо членораздельно. По члена разделены. Заебись, она спамит. Я думаю, я умру. Well, yes, I die. Ты умер? Нет. Блять, ну ладно, босс нормальный просто. Я просто думал, что это намного легче делать. Просто побежал, ты залез по ступенькам и ебал. А когда не добежать еще надо. Когда я беру свои слова назад. Молодец. Это ловушка для Джокера. А дальше куда? Ребят, что за хуйня? А, ну так все же, да. Я дурак, я проскочил. А, она меня столкнула огнем с этого выступа, нахуй. Прикинь. Она дура, что ли, через камень огонь, блядь, совать? Че, мне ставить знак? А? Да. Да, да. Ща. Раз, два, три, раз, два, три. I like good pussy, I like good three. Ой. Видео уже 30 минуточек идет, представляешь. Ёбаный хуй, блять, эти.